прошлых выпусках собаки-блогеры. Мой тайный поклонник похитил ее. Дети меня, пожалуйста. Кажется, он пострелял меня. Я потом выложу на YouTube. Давай дружить. Давай. Ты добрый, у тебя появился первый друг, я. У меня, кажется, задергался глаз Софии. Наверное, это просто были соседи. Давай, набирайся, давай же. Мама вернется, а нас нет. А где наши куклы-двойники? Я не боюсь. Ой. Ну, привет. Будет тебе счастье, друг мама Аня. Фух. Детки, привет, мама пришла. А что это такое? Ага, я поняла. Это какой-то прикол на Хэллоуин. Эйван, Софи. Ладно, договорились. Прячьтесь. Я посмотрю вашу запись сейчас. Посмотрим, что за сюрприз вы там мне приготовили. Будет тебе счастье, друг мама Аня. Я не поняла прикола. Кто это? Что за прикол? Эйван, Софи. Эйван, Софи. Выходите! Ребят, это уже не смешно. Ага! Их реально нигде нет. Это не прикол. Куклы тоже нет. Это опять этот чертов тайный поклонник. Нужно прочитать переписку Эйвана ВКонтакте. Он же вроде стал добрым. Так, он оставил ему телефон. Не издавать ни звука, маленькие шапки. Я и так вас выпустил из коробки. Я очень добрый. Сейчас мы зайдем в мою студию. Это ты, ТП? Да, привет, Аня. Верни мне Эйвана и Сачу, понял? Вообще, я их не трогал. Я недавно общался с Эйваном. Вы же друзья, я изменился. То есть это типа был не ты, да? Нет, нет, честно, я ни при чем. Я же изменился. Я клянусь, Аня, я их не трогал и пальцем. Я не понимаю, о чем ты. Я поняла. Кто их мог украсть? Я пришлю тебе видео. Алло, Аня, я понял, это кто-то прикинулся мной, специально кто-то, кто смотрел твой канал, чтобы все подумали на меня, но это не я, я клянусь. Я попробую помочь тебе найти Эйвана и Софи. Ань, держись. Кто же это тогда? Эйван, что нам теперь делать? А вдруг мама не найдет нас никогда? Найдет, Софи, мы должны в это верить. Он, кажется, идет сюда. Может быть, ей помогут наши подписчики? Я не знаю, Софи, но мне уже страшно. Как она наша кукла, Эйван? Мне так обидно, я поверил ему, тайный поклонник обманул меня. Да, ты прав, порой двуногие обманывают это нас. Это так обидно. Привет, ха-ха-ха, детки. Ну что, ребятки, как вы себя чувствуете? Давай договоримся по-хорошему, как в прошлый раз. Давай не будем ругаться. Ругаться? Как в прошлый раз? А ты еще не догадался. До чего не догадался? Ох, Эйвана, все говорят, ты умный. Я и есть умный, так до чего я не догадался? Что я не тайный поклонник. Иди отстань сюда. Отстань от меня, убери от меня свои лапы. Сиди здесь и не ори в моей студии, а то я вас обоих прибью, поняла? Ладно, поняла. Вот так-то. Вот там моя камера. Теперь мы с вами заведем свой канал и будем снимать свои ролики. И без этих тряпок. Это же наши костюмы. Что? Костюмы? Это смешные тряпки. Дрожи, пес. Я здесь главный теперь. Не ты, а я. Понял? Понял. Я осознал, что для канала на YouTube мне не хватает пары собачек. Вот теперь они у меня есть. Мы не будем участвовать в твоем шлакоблоге. Шлакоблоге, говоришь? Да, мы не будем. Так, хорошо. Сейчас вы быстро у меня захотите участвовать. Какой же он идиот. Да, ну страшно ведь до жути. Ага. А вот так вот будем участвовать? Лежать. Ладно. Ладно, лежим, лежим, Софи. Так, как он заряжается? Софи, это пластмассовый пистолет. Да, я вижу, я же говорю, он идиот. Вот, ладно, где моя изолента? Он вообще полный дурак. Потом заклею. Только страшно. Так, что ты там говорил? Да, ничего. Алло, здравствуйте, я хочу заявить о пропаже детей. Сколько лет детям? По 5 лет. Мальчик постарше. Их украли прямо из дома. И кто их украл? Я думаю, это был тайный покойник. Успокойтесь, женщины, опишите их. А, да. Но они мраморного окраса. Софиша чуть светлее, чем Эйван. В смысле, женщина? Какого еще окраса? Да-да-да. Я забыла сказать, что это собаки. Так, давайте сделаем наше первое видео. Я не буду сниматься в этом шлакоблоге, пока ты не скажешь, не как тебя зовут. Не надо нервничать, я ничего тебе не скажу. Тогда я не буду сниматься ладно, с тобой. Так, хорошо, мы с тобой потом еще разберемся, шапка. Более не буду сниматься с тобой, отстань! Ладно, прекрасно. Хотите играть в игры, будем играть в игры. Какие еще игры? Какие еще игры? Давайте сделаем селфи для вашей дуг-мамочки. Да, я сейчас везде рассылаю информацию. Подожди, пожалуйста, смс-ка пришла вдруг по поводу Эйвана и Софи. Софи, нам нужно как-то узнать его имя и связаться мне с мамой. Гладит, меня гладит. Спасибо, что попросил.
погладил. Да, спасибо. А, подобрели, не за что. А как тебя зовут? Эйвен, я дурак, по-твоему? Да я так просто, на всякий случай. Никто меня не найдет. И ты, док-мама. Боже, какой у него дурацкий смех. Мяу.